Всем хай, с вами Юджин и охоньки-ахоньки, продолжаем играть в Ori and the Blind Forest. Прекрасная игра, очень мне понравился первый выпуск, то, чтобы мы с вами вместе поиграли. И я подумал, что надо бы, 7% игры мы прошли, надо бы, подумал я, поиграть еще. А потом еще, Итак, у нас с вами задача. Найти древо Гинзо, которое находится в аду в самом, сквозь... А тьму, простите, немножко я выпил водицы, видимо, много воздуха вместе с ним. Она теперь вот, ну короче, ладно. Я мерзкая свинья, если что. Чтобы вы не удивлялись. Долины ветра мы уже были. Верхние трясины. Не, погодите, мы не были в долине ветра. Но берегись, Ори. Земля здесь непрочная. В смысле, это упадет? Нет, она не падает. Ладно. Нифига. Нифига я как... Я не нарочно, это не я додумался, это так случайно произошло, но... Будем знать, что так тоже можно. Смотрите. Не, нам сюда надо, наверх. Зачем мы вниз спускаемся? Хотя, скорее всего, я так понимаю, нам нужно вниз все-таки. Но давайте посмотрим, почему нам нужно вниз. А что это, чем это воняет здесь? Не знаю, почему нам нужно вниз? Блин, какая фигня. Нам нужно вниз, потому что нам нужно в обход этой штуки пойти. Я понял. Так, а куда? Направо, налево? Такое ощущение, как будто если мы пойдем направо, мы придем вот сюда. Но нам нафиг это не сдалось. Вон, смотрите, тварь сидит. И опять такая же стена, видите? Возможно, потом мы поймем... Блин, наверное, зря я убил. Вы получили очко умения. Зря я убил. Походу, надо было, чтобы он разбил. В следующий раз. Смотрите, еще один труп валяется. Точнее, вырос в дерево. Дух Ана, погибший здесь, был силен и смел. Прислушайся к его голосу. Он смог сосредоточить наш свет. У каждого из них было свое имя. Прикольно. Новую способность сейчас какую-то дадут. И наша способность. Вы освоили умение усиленное пламя. Удерживайте левую кнопку для зарядки, а затем отпустите левую кнопку, чтобы спровоцировать взрыв, повреждающий все поблизости. Хорошо. Все поблизости. Нажмите... вот. Вот оно для чего надо. Неплохо. Короче, все эти ответвления, они важны. Это не просто там какие-то побочные квесты. Это все нужно для сюжета. Мы должны таким образом получать новые способности. Так. Ну-ка, попробуем. Сломать. Сломать получилось! Я сломал! Ну, блин, в самый низ идем. Вот как раз-таки мы таким образом можем вернуться в самое начало игры. И что, если мы пойдем, сходим сюда? Я не знаю, почему бы и нет. Вы видали? Вы нашли большой сосуд с духовным светом. Духовный свет добавлю в ваш инвентарь. Найдите другие сосуды с духовным светом, чтобы быстро набрать очки умений. Блин, у меня нету, у меня не заряжено. Все, не пойдем сюда. Ну, ладно. Не заряжено, так не заряжено. Вот там, видите, там еще одна сфера. У нас сейчас пока всего две сферы энергии. Это вообще мало, это кал. Это не пойдет, не годится. Кстати, забавно, что столько Ори погибло, которые явно сильнее меня. Почему же я такой особенный, спросите вы меня? Потому что это я клевый. Короче, мы теперь можем пройти, наконец-таки. Мы не должны идти в обход были. Смотрите, зарядилось. Пойдемте вниз. Я иногда буду все-таки уходить вниз. Ой, как красиво. Я туда пошел, да? Дурак я. Че я сюда тут попер? Надо было вниз туда пойти. Я иногда буду отходить во всякие вот такие вот места. Типа вот это. Хочется мне посмотреть, что там есть. Возможно, какой-то бонус. Плюшка должна быть по-любому. Пойдемте за плюшками, друзья мои. Квест за плюшками даже важнее, чем квест этой игры основной. В жопу квест игры нужны плюшки. Я люблю печеньки. Ты, тварь, я стал сильнее. Вот понятно тебе. В самый низ.
Самый-самый низ, самое-самое начало. Прикольно, что можно возвращаться здесь в самое, блин, начало. Да, мы здесь везде уже ходили, нам строго, строго... Нет, не сюда. Строго сюда. Ой, смогу я так? Да, смогу. Нам вниз, вниз. Подохни. Блин, как неловко. А, это джампад. Стоп, стоп, стоп. Сюда не надо, сюда не надо. Вот, мы пришли к этой штуке. Мы даже можем засейвиться здесь. ХП восстановились полностью. И... Что это? Ори, я узнаю эту статую. Мне она уже попадалась. А мне нет. Что это значит? Мы не зря сюда пришли. Чего это такое? Они нашли дом. Во, нифига себе, это предыстория. Это его мама. Или ее. Дитя, что любил наш свет. Я помню их. Много лет назад, когда Древо Духов было еще ростком. Нару, юная, присматривала за нами, когда могла. Ой, как темно. Норы меж черных корней. Ой, нифига себе. Ой, блин. Ау. Что это за левел такой? Какая тайна нам здесь откроется. Вон, смотрите, можем вниз пойти. Так, наверх мы не можем попасть, но мы можем спуститься вниз, вот сюда. Куда я падаю? Блин, стрёмно. А, блин! Черт, черт, черт! Я паникую! Стоп. О. Как нам туда попасть? Как? А это что такое? Так, у нас один хп осталось, надо быть осторожным. Что это за место? Для чего оно здесь? Что за магия здесь творится? Свет Древа Духов был нашим даром. Его получила Нару, что была за нас. Нажмите Shift, чтобы поднять предмет. Хорошо. А, видали? Эта сфера... Она делает эти штуки проникаемыми. То есть, получается, мы не встанем... А, нет, мы продолжаем стоять на этом. Хорошо. Окей. Как скажете. Ничего не... А, блин, все, я понял, надо было дождаться. Стой. Стой! Сволочь. Ненавижу, самое бесивное, когда приходится ждать эти чертовы платформы. Так. Давай, опускаемся, опускаемся. Есть. Следующее. Воу! Воу! Твою же мать, твою же налево. Ладненько, я создал духовную связь здесь. И мы можем, в принципе, потихонечку, спокойненько просрать. Все, окей, хорошо, нормально, нормально. Так, здесь мы не сможем попасть. Вот сюда. А так. А, да, вот здесь аккуратненько. Фух. Да что, блин, чё ж ты меня коцаешь так? О, блин! Черт. Вот, мы тут. Продолжаем прыгать. Вот что это за говно там стреляет в меня? Что за говно? Подохни. Блин, он... Тварь. Ладно, пробуем. Пробуем. Все нормально. Пока все легко. Вот здесь все окей. Вот здесь перепрыгиваем. Под... Есть! Есть, хорошо. Хорошо. Еще один. Естественно, там где первый, там и второй. Нет, зачем я спрыгнул? Зачем я... Ладно, я замешкался. Ничего, ничего. Сейчас попробуем еще раз. Окей, с этим справились. Прыгаем дальше. В целом все просто. В целом нафиг все просто. Убивай его. Убивай. Есть. Есть, 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 есть. Куда мы попали? Здесь кристалл. И мы можем добыть очки умений. Давайте, кстати, сохранимся. Ну его нафиг.
2 очка умения. Так, перегруппироваться. Создание источника духовной связи восстанавливает одну ячейку жизни. Это, кстати, очень хорошо. Метки карты. Позволяет видеть на карте большинство собираемых предметов. Тоже интересно. Увеличивает мощность духовного пламени. Давайте метки. Успеем еще духовно. Нам, в принципе, не так долго до следующего очка осталось. Правильно мы сделали? Да, правильно. Во! Ой, блин, что я испугался? Что это? Что это такое? Мы подожгли. Опасно, опасно. Пробуем. Пробуем. О, какая тварь! О, какая... тварь. Ладно, на самом деле просто... Ну, я по незнанию немножко туплю, но ничего. Мы зажигаем первую, потом бац. Сюда, вторая. И третья. Ой. А, нет. А, нет. Слушайте, круто выстрелили уровни на самом деле, так что ты должен очень прям все контролировать. Малейшие ошибки тебя убивают. Так, прыжок. Прыжок. Вот, не паниковать здесь нужно. Давайте, здесь сохраниться нельзя. Это опасное место, ясненько. Будем знать. Скорей. Скорей. Опа, молодца. Так, я делаю вывод, что это плохой луч. Давайте сохранимся. Нет. Видали? Видали, как они сделали? Я говорю, нужно все контролировать прям. Не торопиться ни в коем случае. Что за говно я сделал? Так, стоять. Вот так. Да, враж тут не уйти. Давай ко мне. Все, есть энергия, хорошо. Опа. Нет, я, надо здесь сохраниться, по-любому. Слушайте, а может это все сюжет на самом деле? Я должен был сюда прийти? Как бы тут предыстория рассказалась. И что я сюда припер? Погодите, оно раскачивается. Это я делаю? Ладно, я просто сдохну. Потому что я понял, что мне сюда совсем не надо. Нам надо вот сюда. Я просто поторопился. Давай, опа. А, оно не магнитится ко мне. Ну ничего. Ой, блин. Что это? Что это? Что это? Что это? Да, закрыто. Давайте посмотрим. Блин, смотрите, я карта еще вот сюда может двигаться, видите? Вот аж сюда куда-то. И здесь тоже непонятно, что появились эти обозначения как раз-таки новые. Ой, зачем я спрыгнул? Я надеюсь, это все не просто так. Стоять. Сюда можно, да? Хорошо, зажгли. О, это же триггер получается. А в эту сторону что будет? Слушайте, ну вы издеваетесь, я вообще не понимаю... Давайте здесь сохранимся и посмотрим. Это я точно не допрыгну. И, кстати говоря, я запарюсь. Нет, я здесь не допрыгну. Потом. А, зачем я сюда иду? Нам же вниз. Вот сюда. Наше путешествие во тьме продолжается. Видите, вот еще одно место. А как мне его заюзать? Не знаю. Надо свет зажечь, кажется. Ох, тут сейчас драйв начнется. Так, меня там убьют. Отлично. 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 Мама. А
Что-то я неправильно делаю. Это моя сфера. Кажется, я понял. Ну-ка, давайте ее кинем вот сюда. Кошмар. Просто кошмар. Так надо вот тупо взять и упасть. Посмотрите. Shift, чтобы поднять предмет. Еще одна сфера. А дальше что? И там же свет Ори. Мама! Че за... Это чертовски враждебный мир. Мне здесь не нравится. Вообще не нравится. Ладно, в принципе, тактика ясна. Сейчас мы опять туда придем, к той штуке. Вот. Бросаем. Прыгаем. Как он прям разгоняется. Маленькая ты бледная тварина. Аккуратней. Все, сейчас катсцена будет. Ага. Могем. А, и вот сфера появилась. Хорошо, давайте смотреть. Мы сейчас оживим его. Аори, гляди, хотя наш свет ослаб в этой мгле, он рассеял тьму, что царила в этом месте. Белиссимо, я очень рад, что она это сделала. Что-то тьма... Опа, способность! Эки искал Нару, но она не дождалась его прихода. Он был быстр, как ветер, и спешил, как мог, но в окружении тьмы он заблудился. А чё мы ему эту сферу не дали? Поглотить свет. Вы освоили скоростной режим. Чтобы воспользоваться им, нажмите Ctrl, и вы понесетесь в том направлении, куда смотрите. Ох, нифига. Ох, нифига себе. Короче, прыжки-то не работают. Все, я понял, для чего это нужно. Воу! Фрагмент карты. Дядетка. Итак, побежали. Слушайте, это круто. Да, мы сохранились. Теперь... Ау! Удержи Shift, чтобы перемещать объект. А это рычаг. А. Нам нужно ускориться. Надо еще сильнее ускоряться. Я так к такому не был готов. Надо прям удерживать, удерживать, удерживать. Кайф, 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 кайф. Скорей! Кайф! Молодец. А, ладненько. И мы, эта штука тоже работает снова здесь. Блин, вообще, куда мы идем? Я не понимаю. А, хотя, возможно, мы сейчас вот сюда как-то попадем каким-то образом, да? Наверное. Мама! Ай! О, видали, что происходит? Что на Руси творится, видали? Мать! Слушайте, я не могу, я нервничаю. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Ускорься. Я не могу. Я не могу. Есть. Мать, мать! Да как? За что? Чё? Одна колючка и все, я сдох? Не бывает такому. Да я не могу! Сейчас, ребят! Что ж такое? Кривые мои пальчики. Вида... А, все. Там нам надо два раза прыгнуть, здесь один раз. Есть, 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 есть! Все. Мастер! Ау! Ничего. Ой, ой! Охренеть, тут реакция нужна.
Это челлендж. Есть. Есть. Да, я забыл про ускорение просто. Все. Моя молодец. Сейф. Че опасного-то? Все, никакой опасности. Миновало. Нет? Мы можем пройти здесь? О, хорошо, подзарядились. Вот теперь. Как нам здесь пройти? Непонятно. А это что такое? Что за штука? Непонятно, что это за штука. Есть! Отсчетчика жизни. Ячейка, точнее. И сейфка. Что это? Надо будет вернуться сюда потом. Очень многое еще осталось неизвестным. Может быть, внизу мы отыщем их былой дом. Сохраняемся. Окей, мы полностью восстановились. И больше мы никуда не можем отсюда. Только вот здесь туда, да, сейчас надо разогнаться. Она пошатывается, надо подгадать момент. Раз, два, или сделать вот... Ага. Есть. О, давай, давай, есть, хорошо, хорошо. Во, фрагмент вставлен. Вставлен, прекрасно. И мы видим... Охренеть, сколько всего здесь. А, и нужно пробить вот эту вот стенку будет, да? Ладненько. И сюда мы пройти уже никак не можем. Нафиг я сюда пришел? Вот только ради этого. Хотя я, в принципе, что это? Я туплю. Я способность получил. Можно и не выпендриваться даже. Ой, блин. Хорошо. Так, давайте-ка сделаем вот что. Чтобы вы не смотрели за этим долгим возвращением обратно, я сейчас склейку вот досюда, да, куда-нибудь сделаю, и мы продолжим наше шествие. Я так понимаю, нам нужно вот как-то сюда. Вот, мы вернулись в самое начало. Вот это поле, где у нас могло вырасти из нас деревце. А-а-а. Погодите, оно досягаемое. Просто... Да. Просто мы это сейчас сделать не сможем, да? Погодите, а дерево вот это вот... А, все, нет, стоп, не надо. Не надо мне это. Вот это вообще крутая способность. Можно так быстро перемещаться. Оп. Только жалко, он не работает в полете, конечно. Итак, да, вот сюда мы тоже никак, получается, не можем добраться. И нам нужно проделать весь этот путь обратно до дерева вот до сюда. Да? По-моему, да. Да. Тогда делаем склейку. Так, мы здесь. Я просто думаю, что это правильно. Ну, вот эти вот долгие пути в нужную точку вырезать. Я не буду вырезать все, что дальше, все, что мы не видели. Чтобы геймплей оставался для вас динамичным. Что за тварь? Она разлетается на кучу мелких. Смотрите, что-то упало, что-то упало, что-то упало. Подобрать. Вон, видите? А... Это, короче, шипастая тварь, разлетается на кучу мелких. Там был секрет, но я не могу до него добраться никак сейчас. Поэтому не паримся вообще. Ну, посмотрите, какая тварина. Ой, мама, 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 мама. Хищная, да. На все меньше и меньше кусочки разлетается. И каждый из этих кусочков максимально хищный. Духовная связь готова. Не надо, я только что сохранялся. У нас мало как-то духовных связей. Вы получили очко умений. Ладненько, чуть-чуть попозже. Вау, что это? А, это же паучья пещера, да? Итак. Поперли наверх. Вот он там, мразота. Все. Что это?
А-а-а. Мы ячейку сюда в свою вставляем. Вот что это за штука такая. Получается, где-то я ее уже видел. Нет, не, стоп. Вот, в самом начале игры такая была. И вот здесь такая. Интересно, что она скрывает? Ладно, сейчас мы это точно не узнаем. Тогда идем просто тупо наверх. Все ввысь и ввысь, все ввысь и ввысь. Смотрите, такая же штука, как вот эта. Мы можем ее, получается, опрокинуть. Сейчас. Надо вот сюда поудобнее встать. Давай. Брах! Некое бобо мы там причинили кому-то. Оу. Нет, вот туда я не знаю, как вообще можно. Можно ли туда попасть? И вот здесь никак не пройти. Надо откуда-то отсюда будет. Ну ладно. И сразу духовную связь. О, погодите, и очко умений. Давайте потратим на разжечь пламя, да. Пусть будет сильнее наш чувачок. Так, собственно, мы можем пойти вниз. Давайте посмотрим, что внизу. Не хочу упустить что-нибудь важное. Ага, например, шип в сраку. Кошмар какой-то. Ну, кто знал, что такое нас ждет. Так, мы отсюда пришли. Окей, ниже. Вот как-то, как-то вот так. Не трогай меня! О, чувствуется, что пламя стало сильнее. Странно, а почему вода для меня плохо? Я же как бы потомок дерева. Древесина очень любит водичку. Да вообще все живое воду любит, а эти мы не любим. Даже меня оно ведет. В какие дебри? Так, тут закрыто. Ой, ребят, только прошу вас, не пишите спойлеры в комментариях, потому что, может быть, много из нас, из вас, точнее, видели эту игру и знают, чем она закончится, но многие из нас не знают. И я хочу, чтобы мы все получили удовольствие. Я, наоборот, когда смотрю с кем-то, там, допустим, фильм, который я уже знаю, чем закончится, мне хочется молчать по максимуму. Даже если меня спрашивают, что там дальше будет, что там дальше будет, я всегда говорю, я не знаю, я фиг знает. Потому что мне хочется посмотреть, как человек на это реагирует. Как он отреагирует на вот эту вот жесть или там, или крутость, которая его ожидает. Ой, нифига, сразу еще и сверху замочил. Мы туда не доберемся, к сожалению. Jump pad. Сюда можно? Нельзя. Кстати, фрагмент карты. Сейчас мы его получим. Их! Ой, как опасно. Ой. Есть, детка. А вот сюда мы его должны вставить. Угу. Сюда никак не пройти. Давайте спустимся вниз сразу. Я вставил. Теперь. Ох, блин, здесь левел. Но нам надо в эту сторону. Блин, открыли карту того, что нам не нужно. Погодите. Вот начало игры. Вот мы отсюда можем сюда зайти. Вот с этой стороны. Когда-то мы сможем точно нырять. Это, я так понимаю, у нас просто нет способности. Нам нужно найти того самого Ори, который этой способностью обладал. О, посмотрите, а это что такое? Я без понятия. Вау. Опять эта жаба появилась. Так. Нам нужно направо. Но сначала вот эта штука. Надо бы, кстати, сохраниться. Было бы неплохо. Так, иглистое болото.
значит, что там будет много игл, да, всяких. Вот! Опять ты. За мной кто-то голым, что ли, за мной следит? Я не люблю, когда за мной следят. Я сам люблю следить за людьми. Ведь я маньяк. Секунду, осторожней. Черт, я не могу сохраниться. Мы в опасности, значит. Ой, что, обо что это я? Ах ты тварь, шипы. Я не заметил даже. Вот какая скотина решила этот механизм здесь установить, а? Вот кто это придумал? Игра сохранена, и у нас, да, теперь все полненькое, прекрасное, прекрасное. А, погодите, а нафиг нам здесь этот камень? Он нам точно здесь не нужен. Надо обратно его тащить. Типа вот сюда, к шипам. Теперь это место стало очень безопасным для меня. Слушай, я не могу допрыгнуть. Ну ладно. Сейчас попробуем еще раз. Ить! Нет, нереал. В таком случае идем вниз. Ой-ой-ой-ой-ой! Кольнуло. Все-таки кольнуло. Слушай, на тех штуках можно зарабатывать дофига. А, мы сюда... Не надо нам сюда, короче. Может быть... Погодите, ну что-то не то. Не может быть, что нам сюда не надо. Потому что как мы еще иначе сюда придем? А! Вот! Вот так мы должны сделать. Вот это прикольно, я пазл придумал решить. Ау. Это был отстой. Пока Ори нес свет и надежду всему лесу, который его заждался уже, пока я ходил по всяким местам, другие сдались, приняли тьму и страх. Вот он! Кто был на этом переднем плане у нас? Это Голум. Гумон из руин Форлорна. Надо догнать его и отобрать то, что он украл. Водяная жила, это та самая штука, которую мы должны сюда вставить. Он украл ее, вот из-за кого все проблемы, ты. Ау-а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 у. Надо будет его вот таким вот образом догонять. А, мы не можем, это катсцена, это говно. Так, там закрыто. Я, знаете, что думаю? Пора бы сохраниться, но опасно. Здесь очень опасно. Вот, все. Вот сюда. Блин! Ой, что это? Что за нафиг? Какие мерзкие черви. Идем. Смотрите. А! Они должны разломать, да? Есть. Ой, опасно, 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 опасно. Что произошло? Вы получили очко умений. Прекрасно. Не трогайте меня. Да чтоб тебе. Офигеть, меня убили. Давай, пуляй. Вот, хорошо. Не, она приближается! Да боже ж мой! Да боже ж мой, куда ни плюнь, везде враги! Давай, еще разок, сейчас мы... Спасибо огромное, тварина! Они друг друга еще, получается, могут убить, прикольно. Только как теперь мне... Мне это не нравится. Давайте, я хочу то очко умений получить. Убивай меня. Вот такой вот у нас суицидально настроенный Орио. Орио. Ори, точнее.
Но теперь ты Орио, все. Все. Ничего не поделать. Чего не попишешь, здесь ты Орио. И трогайте меня, блин, повсюду враг. Ой, я смог. Ай да я. Очко умений новое. Хорошо, давайте сейв. Нам нужно вниз. Где он? Далеко же скотина ушла. Опа, он и закрылся. Он закрылся. Блин. А. Надо для чего-то разбить это дерево. Понятно, смотрите, эти враги должны нам как-то помогать. Видите, они все рушат здесь. Они сами того не понимая, помогают нам. Иглистое болото в ту сторону. Вот сюда. Как-то не так это сработало, как я себе представлял. Блин, вроде бы удобная способность, но что-то не очень. Прыжки нельзя использовать и в воздухе. Это как-то отстой. Давай, хоп. Короче, этих врагов мы не убиваем. Они нам полезны. Следующий вот это. А что ты не подобрал? Я же мимо прошел. Давай. Отлично. Так, а здесь мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Ну ладно. Тогда валим. Вот, нам нужно разломать этот камень. Давай. Ломай. Молодец. А, собственно, сейчас отсюда, да, должна выползти и сломать прямо в меня. Плохо. Вот так надо сделать. Вот. Давай. Во! Хорош. Сейф. Стёп, очки же умений у нас появились. Итак. Поток усиленного пламени увеличивает радиус действия усиленного пламени. Окей, хорошо. Эффективность жизни. Ресурсы жизни восполняют в два раза больше ячеек. И эффективность усиленного пламени. В половину снижает расход энергии на использование усиленного пламени. Даже не знаю. Наверное, усиленное пламени. Да, короче, по порядку будем идти, потому что, видите, по всю, на все нужно по одному очку. Ну да. А, нет, вот здесь уже два надо. Скорость в воздухе. Скоростной режим в воздухе. О, нифига себе. Эта штука сможет потом работать в воздухе. Лунная пещера. Это совсем не то место. Нам не туда надо. Нет, нам сюда нужно, посмотрите. Фу, опять эти лучи. Нифига он элегантно прошел. Опасность. Надо быть осторожным. Нам как бы дали понять, что эта штука тоже их избегает. Значит, нам тоже нужно. Ой, блин, как было близко. Секундочку, аккуратней. Вот сюда. И давай. А, молодец. Ай, молодец. Смотрите, я не могу допрыгнуть. Нет, сюда невозможно попасть. Ой, шипы, я не заметил даже. Тут как-то все время шипы меняют свой облик, и я... Мне показалось, что это забор. Есть, подохни. Я бы сохранился. Так. Да, мне там прокоцали, я понимаю. Как, короче, нам нужно вот сюда и сюда. Давайте начнем слева. Нет, там без понт, я понял. О, смотрите, сохранялка. И, видите, вот здесь есть. Как сюда попасть? Она же полностью закрыта. Как-то вот отсюда, наверное, можно будет проникнуть. Слушай, да что ж мы так... Как так ты неосторожно со сферой? Это же наше все уродец.
Блин, какой беспечный. Оу, куда-то вот сюда мы в итоге придем. Нам пока сюда не нужно. Давайте четко по сюжету пойдем. А, ай, ай, больно. Осторожно, я уже научен тем, что шипы бывают. Так, здесь нужно три, у нас всего две. А. Оу! А, он ко мне спустился тоже. Фух, ладно, не так страшно. Ну как-то в то же время очень жестко. У нас нету карты. Так. Фрагмент карты нам нужен, как нам получить его? Знаете, я думаю, такой хороший сюжетный поворот. Давайте здесь сделаем склеечку, но жесткую склеечку, которая будет означать конец выпуска. Если вам понравилось, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ВК, в Стиме и повсюду. Мы продолжим очень скоро с вами. Очень крутая игра. Ее очень захватывает, завораживает, и мне просто очень интересно. Ну, и прям очень визуально приятно в это играть. Я надеюсь, что вам приятно визуально смотреть на вот это чудо. Если так, то обязательно подписывайтесь и увидимся в следующем видео. С вами был Юджин, и всем 5!